хопочки. Добрый вечер, дамы и господа. Еще раз добрый вечер. Я вас приветствую. Вы находитесь в джазовом клубе Алексея Козлова на мероприятии, которое называется Club Pod Jam. Дорогие друзья, наконец-то мы все собрались. Мы готовы вас порадовать музыке, порадоваться самим. В общем, всех вам поздравляю с наступающим днем города Москва. Товарищи, хорошего вам отдыха и прекрасного времяпрепровождения. Ура! Поехали!
Thank you.
Алексея Козлова на мероприятии, которое называется Club Mod Jam. Друзья, еще раз всем доброй ночи. Мы начали с этой замечательной композиции, которая называется «Жужу». Автор ее прекрасный бас-гитарист, зовут его Маркус Миллер. Двигаемся дальше, дамы и господа. Мы переходим к вокальной части нашего мероприятия божественного. И я бы хотел пригласить на сцену нашу сегодняшнюю гостью, вокалистку, прекрасную девушку, зовут ее Татьяна Сайпушева. Татьяна Сайпушева сегодня здесь у нас в гостях, и исполнит она композицию, которая называется «Снеклесс», друзья, или как-то она еще раз по-другому называется. «Прайз», как? «Прайз» ее называется, композиция. Итак, вот этот мы можем микрофон использовать, да? Можем, да, его использовать? Вот дополнительный. Мой или вот, вот этот можем использовать? Да, хорошо, прекрасно. Дамы и господа, как настроение, как у вас начинается выходная неделя? Кто сегодня гулял по центру, скажите, пожалуйста, вот сейчас вечером. Ну что, красиво там или очень красиво? Власенька, ощущение праздника присутствует? Да! А кто сегодня в пробках ездил полдня? Поднимите руку. Да, ощущение праздника присутствует? Классненько. В общем, дамы и господа, несмотря на это, все, мы сегодня здесь собрались, чтобы порадоваться, пообщаться, и мы переходим к прекрасной композиции, которая называется «Prize You». И Татьяна Сайпушева сегодня здесь у нас в гостях, и мы начнем. Друзья, спасибо за внимание. Прекрасно. Если вы хотите потанцевать, пожалуйста, выходите, там стол ждет вас. Я жду вас. Бесплатно. Окей.
друзья, ну, мы примерно поняли, что мы сейчас будем играть, и мы начнем. Поехали. Thank you.
Композиция будет тоже достаточно известная, называется она Too Close. И для осуществления я бы хотел пригласить наших сегодняшних двух гостей. Зовут их Иван и Арчи. Сегодня здесь у нас в гостях, давайте поприветствуем этих прекрасных артистов. Сегодня здесь ребята у нас в гостях. И композиция, которая называется Too Close, вы наверняка же знаете, она достаточно популярная, скажем так. В широких кругах, в различных. Вот, и сейчас мы для вас ее торжественным образом изобразим. Да, вот Санжар. Санжар Тусу. Санжар, ты знаешь тоже эту песню. Пойдем играть. Добрый вечер. Пойдем. Со всеми здоровайся и заходи сразу вот, вот, за клавишу, пожалуйста. И я бы хотел еще пригласить на барабаны Эльеньера Родригес. Эльеньер Родригес на барабанах, где же ты, наш друг прекрасный. Пойдем. Такие аккорды. А там они написаны, я себе и так оставлю. Си минор тональность. Все. Си минор тональность. Зачем тебе аккорды? Ты же крепкий профессионал. Эльеньер Родригес на барабанах. Для вас играл на барабанах Алмаз, граненый Хамзин. Кстати говоря, друзья, вот скажите, пожалуйста, у кого сегодня, поднимите руки, у кого сегодня день рождения? Есть такие люди в зале, у кого сегодня день рождения? Нет? Есть? Нет? А вот у Алмаза сегодня день рождения, друзья. Давайте его поздравим. День рождения тебя, дорогой. Будь здоров и счастлив. Отдыхай и беги на бар. Итак, друзья, композиция Too Close. И сегодня у нас в гостях Арчи Иван. Там присоединился Санжар Турсунов на клавишных инструментах, друзья. Давайте его тоже приветствуем. И композиция красивая, веселая, танцевальная. Друзья, танцпол на самом деле открыт для вас, для всех. И, собственно, можете танцевать, где хотите. Поэтому вот так. Вы готовы послушать хорошую музыку, да, господа? Да, классно. Точно готовы? Такое ощущение, что не готовы. Готовы! Да, дайте шуму, что вы здесь. Отлично, прекрасно. Ну, понеслась. Thank you.
Спасибо огромное, друзья. Всем. Итак, дамы и господа, мы двигаемся дальше. И я бы хотел спросить, есть ли у нас в гостях здесь сегодня в здании присутствует ли девушка, которая зовут Кристина Большакова? Кристина. Есть. Отлично, прекрасно. Друзья, скажите мне, кто-нибудь знает такую вот исполнительницу, зовут ее Шаде? Наверное, знает, да, кто-нибудь? Отлично, прекрасно. Вот сегодня мы с Кристиной совместно изобразим одну прекрасную, чудесную композицию, которая называется «The Sweetest Taboo», друзья. Знаете такую, наверное, песню, да? Да, кто знает, поднимите руку. Отлично, у нас немного, но прекрасно. Друзья, кто не знает, в общем, чтобы получать какую-то интересную новую музыку, которую вы, может быть, никогда не слышали и не видели, вы можете найти нашу группу ВКонтакте, называется она просто «Club Most Jam». Там есть вся информация, вся музыка, которую мы играем, исполняем. Там есть различные фотографии, видео, в общем, все-все-все интересное, что у нас здесь происходит, новое и, в общем, всяческое различное. Вот, и тем временем Кристина здесь у нас в гостях, и композиция, которая называется «The Sweetest Taboo». Сейчас мы изобразим с ребятами, буквально поймем, какая у нас тут история с нажатиями. Вот, а Кристина, ты пока можешь рассказать о своем творческом пути. Например? Он очень ценит. Этот курс. Ну, красив, я думаю, да? Ну, возможно. Всем доброй ночи. Я очень люблю исполнительницу Шаде, потому что это такая внутренняя свобода. И я надеюсь, что сегодня мы ее ощутим все вместе. Сейчас ребята разберутся. Итак, друзья, мы, в общем, поняли, что мы будем нажимать сейчас. И сейчас буквально одно мгновение, и мы начнем для вас эту прекрасную композицию. Thank you.
Сильный Стабу. Друзья, спасибо огромное. Лене Родригес на барабанах. Алексей Максимов сегодня у нас на бас-гитаре, друзья, играет. Эльдар Титуев сегодня у нас играет на гитаре, друзья. Алексей Орехов сегодня играет у нас на саксофоне, Василий Ризин в трубе. Друзья, мы двигаемся дальше, и последняя композиция, которую мы сыграем в этом отделении, будет она очень такая, знаете, красивая, очень она будет мелодичная, и для осуществления я бы хотел пригласить на сцену человека, который нам ходит сюда постоянно, и постоянно здесь поет, и не только поет, но вообще много чего делает. Зовут его Дали Сатаров. Дали Сатаров сегодня здесь у нас в гостях, я хочу его пригласить, выходи скорее. Друзья, композиция, которую мы сейчас сыграем, она будет очень красивая. Я думаю, что вы все знаете, кто такой Джо Кокер. Вы знаете, кто такой Джо Кокер? Да, прекрасно. В общем, композиция, которая называется «You are so beautiful», друзья, да? Но перед тем, как мы ее исполним, конечно, да. Перед тем, как мы ее исполним, у меня есть стандартный вопрос. Друзья, есть ли у нас мужчины в зале? Мужчины, дайте шуму. Есть мужчины? Ой, сегодня как много мужчин, класс. Итак, а девчонки есть в зале? Девушки, красавицы, есть в зале? Дайте шуму, есть? Так, а свободные есть девушки в зале? Тоже много, прекрасно. В общем, смотрите, мужчины. Много свободных девушек, поэтому танцпол, опять-таки, свободный, он бесплатный. И по этому поводу мы будем очень рады вас видеть, если вы будете объединяться в пары и танцевать эту прекрасную композицию, которую для вас исполнит Дали Сатаров. Сегодня здесь у нас в гостях композиция Джо Кокера. Называется она «You are so beautiful», друзья. Поехали. You are
хорошо. Вы прекрасны. Спасибо, друзья, огромное. Дарья Садар, все, действительно, замечательная композиция. Спасибо всем, кто танцевал. Друзья, хочется вам сказать, что у нас наша вот эта вся группа музыкантов в лице Алексея Максимова. Это Сидуева. Спасибо, пожалуйста. Влад. В общем, и Влада, и меня, и в общем, всех-всех-всех. Друзья, мы делаем небольшой перерывчик буквально. Но музыка на этом не заканчивается, потому что у нас для вас есть прекрасный сегодняшний наш постоянный и вообще всегда-всегда самый замечательный диджей Франс, дамы и господа. В общем, хорошая музыка, танцы, веселье продолжается, бар работает, кухня тоже, друзья. Танцуем, веселимся, отдыхаем. Вы на Клабхаус Джеме в клубе Алексея Козлова. Спасибо, что вы здесь. Хорошего времяпрепровождения. Диджей Франс, танцевальная дискотечная музычка. Как у вас настроение, дамы и господа? Все отлично? Давайте поблагодарим нашего замечательного диджея Франса за эти жгучие танцы прекрасные. Спасибо огромное. Диджей Франс сегодня здесь, на Клабхаус Джеме. Дамы и господа, мы продолжаем наше музыкальное путешествие, и я бы хотел пригласить наших артистов, музыкантов всех на сцену. Композиция, которая сейчас прозвучит, будет называться «Волос», она будет такого панкового настроения, панкового характера. Вот, поэтому, друзья, танцевать можно продолжать. Прекрасная композиция, и я бы хотел пригласить на сцену Санжара. Сейчас. У нас меняется композиция Санжара. Она тоже хорошая, тебе понравится. Тебе понравится. Там тоже 4 аккорда, да, и тональный соль минор. Отличная композиция. Василий Ересин. Сейчас появится на сцену, естественно, тоже. И все. Дамы и господа, скажите, а кто сегодня здесь первый раз у нас случайно так зашел или как-то так совпало, что вот вы шли и зашли? Поднимите, пожалуйста, руку, кто сегодня здесь первый раз. Прекрасно. Друзья, мы здесь собираемся каждую пятницу ночью, поэтому, знаете, если в пятницу ночью вы окажетесь в районе Китай-города и будете думать, что же нам делать, то заходите к нам, мы будем вам очень рады. Хорошо, друзья? Ну и все, кто здесь всегда к нам заходит, спасибо вам огромное, что вы здесь, что вы с нами, что вы нас радуете своими эмоциями, прекрасным настроением. Спасибо, друзья. Я вам аплодирую. Композиция Мустаф, Клабхаус Джем. Поехали. We'll be right back.
Необходимо, наверное, спеть про доллар. Знаете, да? Песню «I need dollar». Кто знает такую песню, друзья? Yeah. Вот, есть у нас супергерой, который знает эту песню, которую даже сегодня для вас ее исполнит. Человека зовут Эрик Холматов. Сегодня здесь у нас в гостях Эрик Холматов. Наш постоянный участник наших музыкальных заплывов и экспириенсов. Вот, чем, вот и он. И композиция, которая называется «I need dollar», друзья.
друзья. Вы знаете, я, ну, пока мы еще не начали, я бы хотел сказать такую вещь. Сегодня у моего друга день рождения. Он сегодня для вас играл. Его зовут Алмаз Хамзин. Друзья, я хотел бы, чтобы вы поаплодировали, да, и пожелали ему всего самого лучшего. Вон он, где-то сегодня хамзин. Thank you.
вами прекрасный экспириенс, да? Все же любят в такой ситуации пообщаться с народом, да? Эрик, давай, объясни быстренько ребятам, что нужно делать. Нужно просто сказать «Хей, хей!» Да, понимаете? Все очень просто. Я просто верю, когда я тебе «Хей, хей!» Смотрите. I'm deep in dollar, 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 that is what I need. Hey, hey! I'm deep in dollar, 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 that is what I need. Hey, hey! I'm deep in dollar, 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 that is what I need. And if I share with you my story, would you share a dollar with me? One more time! Would you share композиция, я вас попрошу, друзья, освободить площадку, вы можете отдыхать, веселиться, что делать, что хотите. У нас в гостях здесь прекрасный человек, замечательный вокалист, зовут его Александр Кузинов. Сегодня здесь в гостях, и Александр сейчас исполнит, собственно говоря, да, можно это взять и использовать, да, непосредственно. Александр исполнит для вас композицию авторского сочинения. Друзья, послушаем красивую песню. Как-то, возьмите опять вопрос, мужчин есть в зале? А девушки красивые есть в зале? Девчонок больше, мужики есть в зале нормальные? Мужики, прям мужчины. Можете смотреть, друзья, песня будет красивая, под рояльчик. Такая, знаете, нежная, да, Саша? Конечно, про любовь, естественно, да? Так, а позиция, конечно же, будет про любовь. Нежная, красивая, поэтому мужчины, все-таки, которые есть в зале, и девушки, давайте как-то объединяться, вези на порыве и заполнять там школу в парк. Собственно, к чему я вас и призываю. Александр Кузинов сегодня здесь у нас в гостях со своей авторской, непосредственно лично им написанной композицией. Да? Послушаем, друзья, давайте поприветствуем артиста. Александр Кузинов, главный джем, поехали. Turn into a song.
Спасибо Александру Кузину. Сегодня здесь у нас для замечательной композиции. Давайте его аплодируем. Автор и исполнитель прекрасный. Как называется эта песня, Александр? Так, чтобы вы знали. Есть ли «Меланхолия»? Как ее найти? Есть она у тебя в интернете? Ну, студийной записи нет. Есть. Живое исполнение у меня. Живое. В общем, друзья, для живого исполнения заходите к Александру Кузинову на страницу ВКонтакте и приходите к нам на вечеринки, и вы услышите эту композицию. Друзья, следующая композиция, которая прозвучит, она будет фанкового направления, веселая. Я бы хотел пригласить на сцену нашего вокалиста Дали Сатарова. Эрик Таламанов, в принципе, тоже может присоединяться по ходу пьесы. Композиция простая, веселая, зажигательная. Санжар Турсунов тоже пойдем поиграть эту песню. Она очень веселая, на одном аккорде. Василий Еретин, где ты есть? Покажись, пожалуйста. Да, ты эту песню заказал, и ты нам ее поможешь сыграть, естественно. Get up all the thing. Композиция простая, веселая. В общем, друзья, давайте пойдем. Александр Абрамов стоит. Пойдем тоже. Очень простая песня, давай, соль минор. Очень весело и зажигательно. Опять, да, представь. Сегодня очень много песен, к сожалению, вы не на радости. Мы ничего не смогли с этим поделать, но что ж теперь? Друзья, ну что, вы любите вот Джеймс Браун, например? Джеймс Браун, кто знает, кто такой Джеймс Браун, поднимите руку. Вот. Он сегодня не приехал, но сегодня с нами Дали Сатаров. Вот.
Кстати, Коля, чьи очки? Мои? А, он уже уехал. Джеймс Браун уже уехал, да. Итак. Что, дадим фанку, друзья? Да? Василий Резин. Друзья, get up all of that thing, значит, давайте, вставайте, будем танцевать. Да, а? Давайте вставайте и будем танцевать. В общем, композиция веселая, зажигательная. Вася, показывай скорость. Давай будем хлопать сначала с ребятами, со всеми, да? Со всеми ребятами, которые есть в зале, со всеми нашими друзьями, ребятами. Будем хлопать просто. Друзья, умеем в ладоши все хлопать? Да? Дорогие друзья, есть ладоши все или что? У нас общие инвалиды здесь. Да? Есть же? Есть, да? По хлопушке, по хлопушке, по хлопушке. Отлично. Соль? Фа. Отлично, пусть будет фа. Да, давайте, друзья, будем... Василий, давай, заводи, заводи. Друзья, вот такая скорость, да? Да. Подходит такая скорость всем? Поехали. Дадим немножко фанку, друзья. No!
Друзья, скажите, нравится ли вам здесь сегодня? Скажите «да». Скажите «да». Скажите «да, Божжем». «Да, Божжем». «Да, Божжем». «Да, Божжем». «Да, Божжем». «Да, да». «Нравится». «Классненько». «Музыка». «Кайф». «Супер, друзья, отлично». У нас есть замечательный барабанщик Ренея Родригес сегодня здесь, и он для вас сейчас изобразит небольшую зарисовочку для барабанов, да? Давайте ее поддержим по небольшой шуму. Что наше музыкальное погружение на сегодня закончено, дамы и господа. Вот, но музыка на этом не заканчивается. Для вас будет играть наш замечательный диджей, диджей Франс. Поэтому, друзья, танцуйте, пожалуйста, отдыхайте, веселитесь. Спасибо огромное. Алексей Максимов сегодня на бас-гитаре для вас. Эльдар Титуев сегодня играл на гитаре для вас. Рене Родригес на барабанах. Алмаз Камзин играл на барабанах. У него сегодня день рождения. Огромное ему спасибо за то, что он сегодня здесь с нами. Happy birthday, как говорится, to you. Будьте здоров и счастлив. Сегодня Василий Ересин на трубе, Карлос сегодня на трубе для вас, друзья. Алексей Орехов сегодня на саксофоне, Александр Абрамов тоже на саксофоне. Друзья, Санжар Турсунов на клавишах, я играл для вас тоже на клавишах. Дамы и господа, спасибо вам огромное, что вы сегодня были с нами. Приходите к нам каждую пятницу, мы здесь собираемся, веселимся, в общем, радуемся, делимся эмоциями. Спасибо огромное всему клубу Алексея Козлова, Звукоцех. Сегодня полностью Андрей, спасибо вам огромное. Всем официантам, барменам, поварам, администраторам, охранникам, всем огромное спасибо, друзья, за то, что создавали комфорт в этом месте. Дамы и господа, меня зовут Слава Быстров, до новых полюбительных встреч, увидимся с вами в следующую пятницу. Для вас играет хорошую музыку наш диджей, диджей Франс. Друзья, бар работает, еще не расходились, поэтому танцуйте, отдыхайте. До следующей пятницы, всем хороших выходных, всем с днем города Москва, друзья, ура, товарищи, спасибо, пока.